Коллеги, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои обзоры. Сегодня хочу в своем обзоре поговорить о расческе G35 US Park Professional. Что это за расческа? Ну, это расческа из семейства G, назовем их так, где у нас на данных расческах есть линейка. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? У нас тут присутствует линейка. Также в семействе G у нас есть G39, G45. Ну, чтобы вы понимали, какие они еще бывают. Вот, значит, по длине данная расческа имеет 21 сантиметр. Данную расческу мы можем использовать на средних волосах и длинных. Почему? Потому что длина у нас 21 сантиметр, но она достаточно будет длинная такая, чтобы стричь короткие волосы. Но при этом я вам не запрещаю ни в коем случае стричь, пожалуйста, если вам удобно, стригите. Здесь нет каких-то либо запретов со стороны моих или там со стороны компании Spark. Вот прям вот только вот средний, только длинный. Я просто делюсь с вами своим опытом, где я данную расческу использовал, использую до сих пор. Вот, а там вы уже делаете выводы сами, где вам удобно. Единственное, где на коротких удобно ее использовать, это, знаете, делать тушевку. Сведение на нет данной расчески будет очень удобно. Благодаря тому, что у нее очень тонкий обушок. Вот, то есть он достаточно очень тонкий для расчесок данного типа. Да? То есть вот в длине 21 сантиметр это достаточно тонкий здесь обушок. Поэтому тушевку вы можете выполнять спокойно данной расческой и делать соответствующие замеры благодаря линейке, которая здесь есть. Вот. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать в своем небольшом обзоре. Если же у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу, подписывайтесь на наш канал, ссылку о сайте shopcombs.ru, где вы сможете приобрести данную расческу, я укажу в описании, также и укажу в описании нашу группу ВКонтакте, вы можете там же найти меня, я буду с радостью отвечать на все ваши вопросы, можете оставить комментарий под этим видео, я буду очень рад. И также, коллеги, я хочу вот к вам обратиться, если у вас есть какие-то вопросы относительно других расчесок, и если вы хотите, чтобы я о них рассказал, если вы не нашли видео о данной расческе, то пишите комментарии под этим видео, я с радостью сделаю обзор той или иной расчески, которая вам интересна и о которой вы хотели бы увидеть. А то действительно я понимаю, что одно дело картинки, одно дело вот увидеть расческу вот вживую, как она выглядит, какие ее плюсы, минусы, что в ней так, что в ней не так. Я, естественно, вам обо всем расскажу. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал. Всем точных стрижек. Всем пока.